Москве. Ждали, пока поближе подойдут. Пани, ну и шайба в воротах! Ой-ой-ой, зевнул, что ли, Гарнет этот бросок. Добраться Никулин и Бадюков. Пас на пустые ворота, 2-0. Великолепная комбинация. Обухов забивает свою очередную шайбу. Да, накануне открывается калитка. И все-таки Имбанен, который вот как раз в этом сочетании заменил Дмитрия Казионова, вгоняет третью шайбу в ворота хоккейного клуба МВД. Показалось, что Имбанен и бросок-то не получился толком, однако шайба заполнена. Главное, точно. Шайба перехвачена, в среднюю зону выброшена. Возвращают ее милиционеры. Штрбак подключится. Нет, в круге вбрасывания эту передачу получает. Новых теперь стараются вывести на бросок, но его тоже очень внимательно стерегут. Бросок поворотом и Штрбак 3-1. Очень удачный рикошет от лицевого борта для хоккеистов МВД. И Штрбак, оказавшись с глазу на глаз, вернее, неправильно, у ворот-то нет глаз. Перед пустыми воротами сюда шайбу переправил. 3-1. Вот то, что нужно. Что и нужно было делать. И вот удаление, которое, в принципе, у Великого, да, он там выяснял, что вот меня спровоцировали. Зачем оставил втроем, счет стал 3-0. И практически, ну, 3-1 сейчас. Есть уже все равно шансы зацепиться. А так бы было проще. Обухов. Парашютик отправляет, и шайба запрыгивает буквально в ворота. Алексей Цветков здесь на лету пытался ее поймать, но не удалось ему это сделать. Вторая шайба Дмитрия Обухова. Обухов снайпер. Да, лучший снайпер финала.